Доброе утро! Вы смотрите канал Форекс Новостей, Инстафорекс ТВ. Я Ольга Витковская. Подробнее о последних новостях. Вчера крупнейшие экономики Европы, Германия и Франция засвидетельствовали данные относительно темпов роста потребительских цен. Так, статистическое агентство ФРГ Дештатис зафиксировало сокращение CPI в январе на 0,5%. В годовом выражении показатель составил рост на 1,7%. Эксперты отмечают слабость всей экономики в первом месяце 2013 года, отчего восстановления пока не ждут. Такие же темпы зарегистрированы и в соседней Франции. Как сообщает Национальное статистическое управление ИНСЕ, инфляция также замедлилась на 0,5%, снизив годовой показатель к значению 1,2%. На сокращение повлияли зимние распродажи. Однако, в отличие от Германии, надежда на улучшение показателей сохраняется. Ведь в феврале, по заверению того же самого национального управления ИНСЕ, индекс делового доверия к французской экономике поднялся до 90 пунктов. В последнее время любые намеки на улучшение ситуации в еврозоне провоцируют трейдеров к покупкам единой европейской валюты. Данные относительно французской экономики подогрели интерес участников рынка к евро, вследствие чего пара евро-доллара выросла до отметки 1 доллар 34,2 цента. Американская экономика также не осталась в стороне. Во второй половине торгового дня, в среду после выхода данных относительно восстановления рынка недвижимости, большим интересом стал пользоваться американский доллар. У меня все на данный час. За развитием событий следите на канале InstaForex TV. До свидания.